Ну, сын мой, по-моему, ты овладел всем искусством создания автомобилей. Так, ну, вроде в кустах мы спрятаться научились. И, как теперь говорится... Теперь научись приземляться на машине. В кусты, в кусты, нужно в кусты. Приземлиться в кусты. Молодец, в кусты. Нет, не в кусты, плохой ученик. Ау. Вот. Ты меня ударил ногой об дерево. Автостабилизация работает. Мужчина, передайте за проезд, пожалуйста. В смысле, я твой сенсей вообще? Сенсей, деньги брать? Ах ты окуянный. Ах ты ж окуянный. Да блин, да что такое-то с этой тачкой-то, ну? Че я перевернуть не могу? Во, наконец. О! Ну тебе нафиг, езжай сам там на ней. Газонокосилку себе собрал там, понимаешь? А я теперь мучаюсь с ним. На тебе молотком. На. На еще разочек и еще разок. Я поехал. Ты у меня забыл свой унитаз. Можешь оставить его себе. Весь мир теперь мой унитаз. После того, где мы были, мне кажется, ты уже сходил в туалет. Главное Привет. Слово «кажется» в этом предложении. Кажется, ты уже сходил в туалет. Сын мой. Тебе лишь показалось, что я сходил в туалет, но... На самом деле, я сходил 2 раза. Да что с твоим автомобилем-то? Может быть, тебе собрать что-то более осмысленное? Что может быть осмысленней? Величайшего газона косила туалетчика. Куда припарковать вашу машину? В любое место, пожалуйста. Ча? Ты серьезно? Ты хочешь ехать на этом бревне? А тут даже не заворачивает. У меня все работает. Глупый ученик, глупый ученик. Просто нужно поставить двигатель. И... подсоединить к колесам. Они не хотят подсоединяться. Ну и ладно, так поеду. Что это? Это золото? Почти. Вот теперь садись и газуй. Что это такое? Не знаю, я просто ставлю кубики. Я все испортил. Новая конструкция. Просто двигателя маловато. Во. Пошел отсюда! Вот так вот! Вот, вот это я понимаю, скоростная постройка. Это бревно просто не хочет летать. Сейчас посмотрим, насколько большую хреновину мы сможем сделать таким образом. Она мне уже лоб чешет. Она уже землю чешет. Мы сделали еще одно бревно. Бревно на бревне. Да у нас просто талант, скажу я тебе. Бревноманы. Бревнистые. Бревна... Бревнюшки. Бревномены. А теперь вперед! По-моему, это идеальное колесо. Мне кажется, теперь нужно в другую сторону то же самое. Вот так как вот. Как будто что-то застряло. Художественная скульптура от клюка. Я думаю, мне кажется, это 9-е чудо света. Мне кажется, что это предел нашего таланта уже. Мне кажется, нам нужно еще до всего величия пойти в кусты. Ну, слазь тогда. Во. О! Все. Релакс.
Я всегда расслабляюсь в кустах. О, главное, чтобы сильно не расслабиться и не оставить тут свои следы. Блин. Слушай, есть еще одна идея. Вот мы эту хрень прицепили, да? Да? Теоретически ее возможно оторвать оттуда. Так. Я хочу попробовать это сделать. А если я упаду отсюда, мне будет хорошо? Конечно. Главное, в кусты падай. Ты упал не в кусты. Тут нет кустов. Плохой ученик. Не подвел ученик. Мощности маловато. То есть, типа, она должна оторваться сама от этой штуки. Ну, по идее, как бы да. Надо больше трастеров. Сколько голубого. Я весь в голубом. Только сам голубым не стань, пожалуйста. Это будет как-то не по мне. Знаешь, что надо сделать? Я знаю. Мы сейчас это исправим. У нас неправильное положение. Ой. Только выключатель высоковато. Он где-то там. Вон он. Высоковатенько немножко. Ладно. Чё я сделал-то, а? Я что-то не понял. Это... Чувак, я ее сломал. Упси. Оп. Оп. Она же была приварена. Воу-воу-воу. Ты глянь, даже трастер не падал. Оп. Оп. Это чё вообще первый раз такое? Давай. Это всё потому, что я здесь. Очнись, тупая дура. Итак, 3, 2, 1. Воу! Ну, я решил, ты что-то долго летел, я заждался, решил, чтоб самому не принять ванну. Да. И не отвлекай, видишь мой взгляд, я тужусь. Думаешь, эти пузырики откуда? Ванна не для этого. Ну а ты думаешь, вот пузырики эти откуда летят? Я тужусь! Все, я оставил там свои пузырики и ушел. Романтика. Суровая мужская. Не-не-не-не. О, да! Эти глаза напротив. А вот эти как-то не особо помогают. А теперь ставим туда ванну и развлекаемся. Подожди, я с тобой. Очень странное место. Ой, я могу наверх так забраться. Ой, странно, почему? Неужели я настолько сильно тужусь, что я не могу упасть вниз? Походу, с этой ванной что-то не так. С ванной? Да со всей этой игрой что-то не так. Согласен. Я знаю, для чего это. Это для... Короче, клетка для чего... Я тебе подзатыльник этой хренью отвесил. Да, было неприятно. Ты посмотри, какое равновесие я держу. Ты так сможешь, ты бы так не смог. Давай посмотрим. О, что? Что выросло из ванны? Это какая-то из твоих конечностей? Я передумал. У нее странный конец, чувак. Тебе надо обратиться к доктору. Боже мой, ты можешь подбородок им держать. Какой ужас! Как удобно! Это ужасно! Ау. Оу! Выше! Поставь лифт на лифт. А у меня только один лифт. Ау! Ау!
Футбол! Футбол! Оу. Слушай, куда ты делся? Мне кажется, надо сделать реально футбол. Я черепашка. У меня есть панцирь. Ааа, нет, не вытаскивай мой панцирь! Черепашек нельзя бежать! В кусты? Ты зовёшь меня в кусты? Здесь русский дух, здесь русский парень. В кустах! Фак. Да. На этом, друзья, мы будем заканчивать. На этой прекрасной ноте, да. Подписывайтесь на мой канал, на канал Крэнки. И ходите в кусты. Там всем спасибо спокойнее. Большое, друзья, за просмотр. Не забывайте ставить большие пальчики вверх. И до скорых встреч. Да. И ходить в кусты. Это факт. Леди драконья утка.